У нас сегодня с Юрием осенний завтрак. Это не тыква, это персики, если что. А тут у нас новый рецепт. Между прочим, это ппшный рецепт. Берете хлеб, обязательно полезный, цельнозерновой. Мажете рикоттой и сверху ягодки. Это десерт. Приятного аппетита вам. Мне кажется, у нас увеличилось количество воды здесь. Смотри. Потому что дожди были 2 дня. А чё нет? Сан-Караменто вон выпала норма осадков. Такая, что с 1800, то ли 74 года, то ли с какого не было столько. Посмотри, посмотри. У нас обычно такого не бывает. Мы с Юрием пришли в Коллс. Пошли. Хочу вернуть держатель для телефона. О, смотри, тут сколько держателей для телефонов продают. Смотри, какие. Ой, какие милые жуки. Как это? Защепки. На пакетике. В виде тараканов. Клипсы. Прекрасные. Думаешь? Ну, конечно. Трикотрит. Да, что-то такое. Смотри, я говорю, сколько тут этих штук. Но это, правда, не для этого, да? Во, смотри. А, нет, это что-то другое. Короче, я вот этот возвращаю держатели телефона для машины. Где-то здесь Амазон должен быть. Где-то там, по-моему. Или там. Ты помнишь, где он был? Я тоже не помню. Квир-карточный. Квир-карточный? Да. А, да, мы у Нади играли, да. А это другой, по-другому. Я хотел найти этих... Какую-то еще игру? Здесь вот тоже уже Merry Christmas полным ходом. Это наушники, чтобы уши греть. Да, я знаю. Классно, да? Нет, вот еще, смотри, с другой стороны есть. Другие. Во, какие. Да, классные наши. Это вот, да, бегать, чтобы уши не мерзли. Да. Классно, да? А сколько стоит? По-моему, долларов... 15-16. 15-40. Ага. В Коллс можно вообще неплохие кроссовки взять. Смотри. Вот есть Adidas, например, да, вот, ну, без шнурков. Ну, правда, тут размеры, наверное, маленькие, да? Вот 5. А нет, вот, да. А сколько, интересно, такие стоят? $55, что ли? Да? А, ну, кстати, да, вот 65, так что не так же. Вон 50, вот, а вот, кстати, большой размер. Вот хорошие, это вот на Лёшу, да? Да. Шестой размер. $50. Но все равно, как бы, да, то, что надо. Ну, как в Outlet, в принципе. Да, в принципе, как в Outlet. Ну, в общем, можно это иметь в виду. Мы все время забываем про этот магазин. Смотри, какой прикольный новогодний пазл, красивый. А помнишь картины вот такие в Коско были на диснеевскую тему, и в то же время как бы так картина обычно дорогущая. Ну, тысяча. А сколько стоит пазл? Вот 10 цена, по-моему. $12. $12. Угу. Ну, как, да, примерно как мы брали тоже. Ну да, не видишь, новогодние сейчас все красивые такие пазлы. Это что, игры? Да, это игры и пазлы всякие, я думаю, прикольно. Меч из камня надо доставать там внутри. Как-то надо так все складывать, да? Надо его крутить и вытаскивать туда-сюда. А вот помнишь вот такую вот? Да. Вот раскручивать. Это. Головоломки. Вот, смотри, вот игры пошли. $25 стоит, однако. Я хотел вот... Вон какой-то трофис. Детскую, вот это же фирма какая-то детская. Детскую? Да. Ну вот на другой стороне еще есть какие-то игры. А ну тут всякие, тут не игры, тут что-то есть. Такосаурус Рекс. А, прикольно, иди сюда посмотри, Юра. Смотри. Это динозаврик, да, сюда ставишь вот этот тако и нагребаешь. И там, видимо, вот эти мисочки тоже внутри вот есть. Вот есть еще трицератопс. Да. Вот какие, смотри, есть. А вот авокадо. Это солонка и перечница. Так вот. Класс. А, да, вот. Кстати говоря, у нас вот это потерялось. Мы не можем найти ее. Да. Но где-то... $6 стоит. Где-то надо найти.
Ну, мы не можем ее найти. Кто-то ее куда-то унес, видимо. Или мы где-то ее забыли. Это тоже игра? Да. А, посмотрите, какой у нее рейтинг, как вообще отзывы. Угу. Интересно. А, 40 долларов? Значит, а вот смотри, смотри. Тут вот тоже какая-то игрушка для возраста. А, это на два игрока. Подожди, это вот так. Ну, так, ее тут поставили. Да. Вот, смотри, какие тут игры есть. Да. Роми Кьюб тоже. Прикольно, прикольно. Мы прям, слушай, тут такие геймеры стали, да? О, это что такое? Mac and Cheese? Это что, делать, что ли? Variety Game Pack. Ну, какая-то семейная игра. Ну, типа, наверное. А, ну это, видишь, карты тут. Кубики, смотри, в виде этих. В виде кетчупа, там еще какого-то соуса. Shower drink holder. Это в душ, короче говоря, цепляешь. Он, наверное, на присосках, скорее всего. А вот, видишь? Hot shower made cold beer. А, это для пива прям. Ну, для бутылки такой. Вообще, что только не придумают. А это губки, да? Смотри, еще wine holder есть. А, слушай, это вот для таких стаканов, которые у нас есть. Ты ставишь сюда стакан. А это тоже для этого, для ванны. О, боже. А, это чтобы, короче, стакан не пролился, он туда помещается с ножкой, который... У нас такой ванны нету, жаль. Копилка, кстати. Копилка, копить деньги. Во, у нас любитель вообще. Смотри, она сразу автоматически считает деньги. Да, да, да. Сколько туда кидаешь. Сколько стоит. У Макса, кстати, тоже монеток много валяется. Не дешево. 20 баксов. Дай посчитаем. Ну, давай. Там батарейки, наверное, да? Раз она автоматически считает деньги. Что? Грязные деньги называется. Это губки, да, для мытья посуды? А, класс. Пойдем. Кстати говоря, когда ты возвращаешь этот, как его, амазоновский товар сюда, то тебе дают чек с кодом возврата и дают $5 на покупку вот в этом вот магазине. Сколько она действует? До 1 ноября. До 1 ноября? Да он потратит на что-нибудь. На, держи. Так, что у нас сегодня будет на этот ПП-обед? Я делаю порцию на двоих для нас с Юрой. Здесь 320 грамм креветок замороженных. Они уже в таком каком-то соусе со специями. Но если нет специй, то надо добавить чеснок, соль, какие-нибудь приправы, травы итальянские, например. 200 миллилитров сливок. У меня сливки жирные для взбивания, поэтому я налью 100 миллилитров сливок и добавлю в них молоко. Это все мы доводим практически до кипения, ну, то есть то, чтобы креветки разморозились, и добавляем сюда, там для одной порции 85 грамм надо макароны с цельнозерновой муки, но мы добавим в два раза больше, 170, поэтому, ну, в общем, у меня уже отваренные есть спагетти, так что у нас сегодня будет на обед паста с креветками. Смотрите, у меня креветочки уже в этом соусе закипели. Мне кажется, пора добавлять уже спагетти. У меня оно вот такое. Сейчас немножечко прогреем, потому что у меня спагетти из холодильника. Это вчерашнее, которое я делала с митболами. По-моему, получается неплохо. Будет вкусненько. Вот он наш вкуснейший обед. Присаживайтесь, Юрий Алексеевич. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. У нас тут, похоже, какой-то велопробег. Двое пожилых людей едут на великах таких. Ребята, зашла в русский магазин. И как вы думаете, что я здесь нашла? Булгур. Поздравьте меня. Сейчас посмотрю. Вот он есть булгур 3, а бывает, наверное, еще булгур 1, булгур 2.
Сейчас посмотрим, какой еще булгур тут есть. Есть ли он в принципе. А, вот видите, какой еще есть булгур. Но он прям совсем какой-то мелкий. Это, наверное, какой-то дробленый, что ли. А вот еще булгур есть. Так, понятно. Взяла, как всегда, пельмешки. Еще хочу вот взять халву обычную. Что-то 100 лет уже не ела. На завтрак можно и халву поесть. 3,50 обычно. Есть еще с курагой, с изюмом, с какао. Ребята, сегодня буду делать очередной ппшный десерт. Кто не знает, что такое пп, это правильное питание. Это десерт на основе творога. Мне для этого нужно будет молоко. У меня творог рикотта, потому что мой творог закончился. И там, причем, нужен творог такой, знаете, как творожная масса. И вот, мне кажется, рикотта больше подходит, потому что свой бы творог пришлось в блендере взбивать, а этот не надо. В общем, у меня рикотта, нужна голубика, подсластитель и желатин. Это что-то типа пудинга будет. В общем, надо все вот это вот в теплом молоке замочить, надо будет желатин. 5 грамм желатина, 100 миллилитров молока, 100 грамм творога, голубика не перекрученная, просто ягодки и подсластитель. Ну, можете сахар сделать обычный. В общем, все это смешиваем и ставим в холодильник. У меня даже есть специальные стаканчики. Я сейчас покажу. Вот, помните, я не помню, какой там и десерт в Коско брали. И вот такие стаканчики остались. Я думаю, что вот в эти стаканчики я все это и сложу. И в холодильник на пару часов. А потом будем пробовать. Как сделаю, будем пробовать. Вот я в Walmart, помните, покупала желатин. Здесь, оказывается, вот такие пакетики. Эти пакетики по 7 грамм. У меня по рецепту 5, но я думаю, ничего страшного. Может быть, просто будет поплотнее вот этот вот пудинг. Так что сделаем так. В общем, сейчас я взвесила. Это 100 миллилитров у меня молока. Я сюда засыпаю желатин и нагреваю до... Сейчас скажу, 60 градусов молоко с желатином. Так, ну все, я нагрела молоко. Сейчас я все это перемешаю с творожком. Добавлю подсластитель. Можете сахар. Добавлю ягоды. Ягод, сейчас скажу, сколько написано, 100 грамм тоже голубики. Сейчас так уж и быть, я отмерю, чтобы... Вам было понятно, сколько это 100 грамм голубики. Я думаю, это не сильно много. Так. В общем, 100 грамм голубики – это вот столько. Чтобы вы представляли, тарелочка маленькая. Ну, я бы сказала, наверное, 2 горсточки. Получилось вот таких вот 2 порции. Ну, собственно, там написано, что на 2 порции, то есть на 2 дня. Не знаю, будет ли это есть Юра, но если не будет, придется мне 2 дня подряд есть вот такую еду. Что, убираем в холодильник и ждем, пока все это застынет. Ребята, у меня какая-то посылка пришла. А, кажется, я знаю, что это. Сейчас покажу. Я же, помните, вернула держатель для камеры, для автомобиля. И все, нахожусь в поисках нового. Вот, заказала другой. С другим принципом. Сейчас будем примерять, проверять. И вы мне скажете, хорошо или нехорошо. Меня видно, слышно и прочее. Смотрим, что здесь. Вот эта штучка, это вот к чему прилеплять телефон. Он на магните будет держаться. А вот эта штука, она цепляется за... зеркало заднего вида. Вот. Сейчас мы его примерим и посмотрим, как это будет. Главное, чтобы не загораживало мне само зеркало. Вот такая штука. Вот это опускается, ерунда, к ней крепится вот это. И телефон. А вот это вот, по-моему, клеится к чехлу или под чехол для того, чтобы прилеплять телефон. Ну, разберемся. В этот раз не буду пока выкидывать коробочку. Если что-то не понравится, верну. Так, ладно, пойдемте примерять.
В общем, я собрала эту штуку. Вот видите, прикрутила. Все, сейчас буду вот сюда надевать. Во, кажется, я это сделала. Ну, во всяком случае, вот эти штучки не загораживают никак зеркало. И осталось протестировать вот эту ерунду, куда надо приклеить камеру. Ну, в смысле, она не будет приклеиваться, она будет примагничиваться. Сейчас я на телефон наклею магнит. Ну что, я вещаю с новой подставки. Руки свободны, голову видно, руль не видно. И мне кажется, уровень очень правильный, да? Нету вот этого вида снизу, нет вида сверху. Супер. Надо теперь проверить, как это будет, если, ну, ехать, потому что насколько она там будет трястись или что. Но, в принципе, она довольно надежна, мне кажется, прикреплена. Вот, и телефон, когда я прикрепляла к вот этой вот круглой штучке, он прям прилип со всей силы. Сейчас бы не отодрать его вместе с этим стикером. Там были стикеры в комплекте, были кругленькие вот такие, и были вот такие прямоугольные. Вот, вот такой прямоугольный был стикер черненький на 3М как бы клее. Но я выбрала такой прямоугольный, потому что у него площадь больше, и мне кажется, он, ну, лучше держаться будет, что ли. Он, правда, уродует немножко мой кейс с той стороны. Он не с внутренней стороны, а с внешней стороны, такой черненький прямоугольник. Ну, думаю, ладно, ерунда. Ну, в общем, будем тестировать. Пока что мне картинка нравится. Что вы скажете? Сегодня у нас и ужин тоже ппшный. Это салат «Цезарь». Заправка, которую я сама сделала, там из йогурта, горчицы, все такое. А это, ну, собственно, рыбка и рыбка. Прекрасный, здоровый ужин. Да, сейчас это. Пусть будет так. Че? Подождите. Он играет барабан. Он играет. Впустую. А, ну он сравнивает с твоей картой. Он не может, да, подожди, да. Он... Я играю, а, впустую. Да. Он какую-то большую. Какая-то у него. Да. Ну, не очень большая. Ну, да. Ну, мы все обсуждаем. Я все понимаю. Просто меня уже два раза накупили. Ну, тут как бы это... Денис хочет выиграть сегодня. У него много шансов. В одном шаге от победы. Давай. В одном шаге от победы. Давай, Денис, давай. Жги. Ну ладно, говори. Дополнительно. Ты аж покраснел. Да ты тоже знаешь, не я с вами блещешь белизной. Мы тут, по-моему, все уже покраснели. Подождите, а кто остался там? Ты и Серега. Все остальные вылетели. Я пока. Ну вот смотри, принцессы нету, короля нету, контессы нет. Все, капец. Только шестерок только остались. А одна шестерка вышла. То есть осталась одна шестерка, принцы остались, да, пятерки. Ни одного принца нет. Да-да-да. О, значит, принцы. А вон там еще может быть принц. Да, тут может быть принц. Да. Так, четверки вышли. Да. Тройки вышли. Ну ладно, давайте, пусть победит. Двойки вышли. Давай, давай. У тебя принцы гарды. Давай. У тебя... Давай, 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 давай. Или гарда, или принц. Гарда, принц, гарда называть нельзя, так что выбора нет. Подожди, а шестерки же? Да, одна шестерка. Две пятерки, одна шестерка, одна единица. У тебя шестерка. Правильно. Да? О! Да, да, все. А подождите, это еще принцы. Все. Все. У нас это победитель. И приз юбилейного заседания игрового клуба Бэйри вручается Денису. Поздравляю. А ты рад? Я рад. Счастлив. Такой замученный. Кстати, он вроде победил в первый раз, когда мы собирались в этом. Серьезно? Да. Так это твоя это, счастливая игра. Где? Когда? Я в этой игре не играл. Не в этой игре, вообще в первый раз, когда мы собирались. На первом сборе. А, на первом сборе. Поздравляю. Первый, десятый.